Доброе утро. Пока поднималась, группа туристов была. Сейчас они вот там идут. Ну, я типа тоже туристка такая. Осматриваю. Видите, они пешкарусом их сколько. Чавли тут. Путеводитель у них, все дела. Устали они лезть сюда. Ну ничего, долезли. Обычно к нам здесь могут приехать сейчас вот таких 3-4 автобуса, но это маленькая группа. Что смотреть? Вот если я настолько привыкла к этим замкам, там все дела, что мне кажется, что тут и смотреть-то нифига нечего. Ездят туристы прям много. Не знаю. Вот этот бар тоже хрен найдешь. Как его найдешь? Никак не найдешь. Знать о нем надо. Но он открывается только ночами. Купила вот такие наволочки на длинные подушки. Видите, какие подушки? Это я с этими подушками сплю. В общем, в обнимку, скажем так. То есть она у меня... Ну, вот как есть подушки для беременных. Вот у меня такая вот. Кстати, у мужа... Я, знаете, эту идею у мужа своровала. Он с такой спал, думаю, блин, что удобно-то? И теперь я просто сплю вот прям вообще в обнимочку. Так классно, удобно. Но очень сложно. Не знаю, я не занималась этим вопросом, но в Икее не видела. В общем, наволочки вот такие вот длинные, чтобы были на них. У меня там есть, они уже такие старенькие, знаете, потрепанные. Конечно, можно было бы самой сшить, но нафиг. Когда вот продаются в Лидле. У меня почти все подстельное белье, оно голубое. И смотрите, вот видите, здесь замок такой спрятанный. Вот, то есть удобно подушку запихивать, потому что она не с одной стороны, вот тут вот, где обычно вот бывает, подушку пихать надо, а вот так по всей длине. Стоит всего 4 евро, представляете? Она вот с одной стороны такая светло-голубая. Вот. А это вот мужу такую вот взяла. В общем, вот такие вот. Они хлопок. Классные. Специально за ним заехала. У меня сегодня сестра красилась, и она что-то залидала, заговорила. И я... Ой!
Блин, говорю, вчера же должны были привезти эти наволочки-то для подушки. И вот я как раз поехала. Сейчас буду себе варить спагетти. Я взяла вот такие сардельки. Они копченые с сыром. Скоро просрачатся, поэтому я их взяла подешевле. Я даже не смотрела, когда они просрачатся. Но я их все равно заморожу, поэтому почему бы и не взять. Вот насколько дешевле, почти на евро. Спагетти варю, буду сделать с пестой. И вот одна сарделечка. Сардельки вообще обалденные, кстати. Пусть варятся. И вот так. Песто. Где же у меня песто? Песто. Мое, конечно, песто намного лучше, которое я сама делаю. Но за неимением другого будем... И это, кстати, пойду сейчас переоденусь. Я не люблю дома находиться в той одежде, в которой я на улице хожу или на работе. Я прям не могу. Я сегодня, кстати, в платье. Белое платье на счастье надела. Вот, счета мне принесли. Триместр новый начинается. Пора платить налоги и спать спокойно. Пообещала на свою голову. Значит, мне муж такой пишет: я не приеду обедать. Но я ему пишу. А его любимое блюдо — это жареная картошка с яйцом. Я говорю: ой, а я тебе картошку нажарила с яйцом. А он такой: тогда приеду. Я говорю: нет, я уже ее все съела. И чтобы быть хорошей, я ему написала: ну, если ты хочешь, думая, что он не приедет, потому что он там где-то далеко, я тебе ее пожарю. И знаете, что он ответил? Уже еду. Стою, картошку жарю. Кто меня за язык тянул? Никто. Никто меня не тянул. Сама. Типа хотела хорошей быть. Вот и будь, Оксана, хорошей. Жарь теперь картошку, когда в холодильнике вкусняцкие овощи есть. Еще остались, я хотела их накормить. Ой. Могла бы сейчас лежать на диване, смотреть телевизор. Нет, стою, картошку жарю. И сумку собираю в спортзал, потому что у меня потом времени мало будет. Я приду с работы, вернее, с работы пойду с Чарли погуляю, а потом быстрее в спортзал. Сегодня с утра у меня было нормально так работы. Даже не ожидала. И бабушки, которые постоянно и ходят, они такие: ой, а что это сегодня? Я говорю: не знаю, что этого сегодня с вами случилось. Так что вот так. Утро пролетело незаметно. Для меня, когда работы много, утро влетит только так. А завтра вообще боюсь. Не то, что боюсь, неохота. На вечер уже свадьба, говорю, сейчас сезон свадьбы. Вчера прислала по WhatsApp наша мэрша, типа, смогу ли я ее уложить. Свадьба в 7 у них. У меня на 5:30 уже есть две клиентки, поэтому придется ехать пораньше завтра, после обеда, чтобы уложить эту мэршу. У нее волос такой вообще, я рассказывала уже. Там у ней вот такая голова волос, кудрявые. Прическу какую-то хочет, прическу. Говорит: я тебе вышлю там. Как, что я хочу наподобие. Не выслала еще. Забыла, наверное. Но она же мэр. У нее же много делов. Вот так. Так что завтра будет хороший трудовой и рабочий день. Буду дальше картошку жарить. И яйцо. Смотрите, какой чудесный вид. Сейчас отработаю. И пойдем туда гулять с Чарли, да. У меня сейчас уже есть клиентки. Вот здесь поилку сделали. Или она, может быть, была, не помню уже. Клиентка позвонила. Еще какие-нибудь придут. Какая-то новая, не знаю. Девочка какая-то позвонила. В черный будет краситься. Так что вся уляпаюсь. В черный. Тут тоже, смотрите, как мы высоко, видите? Высоко гляжу, далеко лежу. Красота.
Ветерок такой прям хороший, прохладный. Мое платьишко развивает. В общем, сейчас гулять пойду. Да, Чарли? Такие у нас улицы. Сейчас по этой улице я приехала. Смотрите, там другая, видите, пониже. А еще ниже еще одна улица. И вот так вот из этих домов можно выйти. Здесь на одной высоте, там на другой. Здесь может быть один этаж. А с той стороны может быть у них и все и два, и три этажа. Не поймешь. Так как это гора. И я одна во всей деревне. Ну правильно, все люди спят, отдыхают. В то время 5. Фиеста у них. В общем, не получается с Чарли гулять, потому что время уже поздно. Не нужно в спортзал бегом бежать. Ну, я машину так далековато оставила. Вот для него будет эта прогулка. 10 минут, скажем так. Он что-то особого желания как-то и не изъявляет гулять. В общем, пока. Завтра у меня вечером будет труба. Какая-то свадьба в 7 часов. Я сейчас у клиентки спрашиваю. Кстати, ногти черные. Я говорю, что за свадьба? Кто у нас тут женится, замуж выходит? Она не знает. Я говорю, все на свадьбу прутся. Посмеялись так. Она сама говорит, ну мы сейчас уделаемся. Я говорю, ну да, кстати, немного измазала браслет от часов. Ну чем-нибудь ототру. Черный цвет это такой. Она говорит, я когда в Гранаде жила, меня парикмахер встречал. И уже говорит, опять пришла она. Ну ничего. В общем, бегом. И на сумму. Я уже переоделась. Осталось носки одеть и кроссовки. А еще меня всю сожрали комары. Смотрите, ужас какой. Тут аж 3. Ну как так можно? Как? Вот всю сожрали, всю. Это какой-то кобздец вообще, не понимаю. Что хотела сказать? Повязку свою потеряла. Не знаю где. Представляете? А без нее вот так вот пот весь течет. Я не могу найти, где она. Там у меня сушится тоже одежда. Это в этом на дно хожу занятие. Вообще не пойму, где, что. Прижился, кстати. Смотрите, уж вчера такой вяленький был, а сегодня уже такой прижился. Цветочек, фиалочка тут моя растет. Вот они, комары сидят даже на фиалке. Ну это вообще что такое? Розы сюда поставила. Смотрите, какие розы цветут. Вот видите, еще бутончик. В общем, не знаю, повязку куда дела. Фиг его знает, где искать. Все, уже сумку перерыла. Наверное, там где-то на фитнесе. Потерялся. Обидно, досадно. Придется новый покупать. Какого-нибудь поярче цвета. А то черный незаметно нифига. Да, моя рыба. Ну что, я ухожу. А ты оставайся, смотрите. Ногти какие. Я в перчатках ее красила. Я ее смывала в перчатках. Но потом второй раз, когда мою голову, мне неудобно в перчатках. Мне нужно чувствовать голову, воду. В общем, вот так вот. Я снимаю перчатки. И вот видите, ногти какие. Она клиентка говорит, эти ногти будут черные. Я говорю, ничего, завтра отмою. Блин, завтра. Во-первых, на час раньше нужно будет с обеда идти. Она мне вообще, женщина такая, в 2? Я такая, зашибись, говорю, а я вообще на обед когда попаду? Я говорю, нет, в 4 приходи. В общем, пипец. Так что вот так вот. Что же за свадьба? Завтра узнаю. Ну, кто-то прям, наверное, солидный. Да? Завтра будем пахать? Ты моя рыба. Ладно, я пошла. А ты тут поспи, поотдыхай немножко, ладно? Поотдыхай немножко, поотдыхай. Мама пошла. Вот какой у меня ужин. Похож на сырой кабачок, но это не сырой кабачок. Это кабачок порезанный, посыпанный немного солью, перчиком, чесноком сушеным. И на 5 минут в микроволновку. Он такой как бы полусырой, что ли. Вот, между фруктом каким-нибудь. Точнее, между персиком и кабачком захотелось кабачка сегодня. И ройбуш.
попью. Так вот. Такой вот у меня будет ужин, скажем так. Естественно, без хлеба, без всего, просто вот так вот. Ну, огурца просто сырого нет. Я бы огурец слопала. Но огурца нет. Кабачком заменим. Я хотела вообще на завтра, может быть, но на завтра уже не успеваю сделать кабачковые оладьи. Очень мне нравится. Но там уже остался один маленький кабачок. Надо будет купить. Но это уже в понедельник. Так, пойду лопать. Вы знаете прикол? Я тут 5 минут, наверное, перед вами разговаривала, выпендривалась. Ну, я поворачиваю камеру, чтобы показать, что на улице вот какая темень, а мне показывает, что ошибка карты памяти. Что то все, что я наговорила, незаметно. Ты на камеру любишь так целоваться, что я просто офигеваю. Ты что, это показательное выступление, что ли? Да, я все уже знаю, что ты у меня ласковый парень. Да? Тьфу! Чё ты лезешь-то прям в рот? Нельзя, люди скажут, он тебя поцеловал прямо в рот. А ему по барабану, Да, теперь скажи, мне насрать на всех, кто там говорят, главное, что у нас взаимная любовь. Такая собачья. Вся в шести. Все, успокойся, успокойся. Все, все. В общем, я что говорила-то, что сегодня по телеку футбол, и что мы остались в городе одиночеств. Потому что футбол мы не смотрим. А обычно хорошие матчи какие-то идут по платному телевидению. Мне это платное телевидение совершенно не нужно, потому что иначе футбол будет целыми днями мотаться по телевизору. Футбол, теннис, что там еще есть из этого. В общем, невыгодно мне. Поэтому нам он не нужен. И что я говорила еще? Что все темно, но не холодно. Видите как? Как-то мне непривычно возвращаться домой, когда на улице такая темень, как будто уже ночь, а я как где-то откуда-то возвращаюсь. Ну ничего, привыкну. Почему привыкну? Потому что в понедельник у нас сумба переносится тоже на 7.30. Раньше она была в 6.30, теперь в 7.30. В Испании начинается уже такой, знаете, сезон осени, и все переходят на осенний режим. Вот так скажем. Там много всяких классов добавилось. В общем, надо, может быть, какой-нибудь еще новый посмотреть. Не знаю. Там такие-то названия, что хрен поймешь, что это. Бодипам, бодикам, бодикум. Вот вообще. Фиг разберешься, что это такое. Я, правда, изучаю это в интернете, что и как называется. И вообще, что там делают. Но нельзя было как-нибудь полегче назвать. Ладно, будем с вами прощаться до завтра. Суббота, народу много. Ой, что будет, не знаю. Прически, волосы, прически. Глаза боятся, а руки делают. Правильно? Правильно. Так что всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Обязательно встретимся и расскажу, как прошел день. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока. Приятных выходных.